рішенні по заходу щодо ліквідації снігових наметів та ожеледиці в місті Одесі в зимовий період 2022-2023 років об'єднають в собі всі організаційні, всі контрольні мероприятия по підготовці і роботі непосредственно всієї інфраструктури міста в осінньо-зимний період в результаті снігових заносів, в результаті ухудшення погодних условий, в результаті стресових ситуацій для міста. Этим решением определены сроки подготовки всей необходимой техники коммунальных предприятий. Сроки подготовки у нас 1 декабря. Это сроки, когда переоборудуется абсолютно вся техника всех коммунальных предприятий города. Более того, этим решением определены действия всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности, по проведению мероприятий в результате наступления снеговых заносов. Более того, этим решением определены 4 места складирования снега для того, чтобы принимать этот снег в районах города. Киевский район – это станция биологической очистки, район станции биологической очистки Южная. Суворовский район – это район полей орошения. Приморский район – это, как обычно, исконная зона буферный пруд. И Малиновский район – это район 6-го километра. Более того, в этом решении расписаны все абсолютно мероприятия, которые будут проводиться и в районных администрациях, и непосредственно в исполнительном комитете при наступлении чрезвычайных погодных условий, вплоть до создания штаба и расписывания деятельности каждого структурного подразделения. В этом году коммунальным предприятием «Городские дороги» переоборудовано 107 единиц техники, также порядка 30 единиц техники переоборудовано другими коммунальными предприятиями, подготовлены для работы. Более того, коммунальным предприятием «Городские дороги» проведены переговоры с субъектами хозяйствования, которые дополнительно при наступлении сложных погодных условий могут предоставить и технику, и специальные механизмы для уборки снега и снеговых заносов в городе. Согласно прогнозу погоды Одесской области, снеговые заносы в этом году не намечаются.